У нас заболела одна из вокалисток, у которой была такая важная роль, что мы думали, что же нам делать, и решили, что прямо подчеркнуто оставим ее в записи, вы поймете, где звучит она. Ну, как? Да, ну это новые песни, поэтому удивительно, что в новых песнях есть люди, которых уже с нами нет. Так долго мы писали альбом, понимаете? Так что скоро все начнется, и потом вы поймете, почему вы молодцы, а тот, кто не пришел, нет. Несмотря на то, что это саундчек, можно даже...
вот то, что дает. И благодаря чему, чего отталкивается, и это есть именно это все. Так наступит ли мне?
Спасибо. Вот Владимир тоже не смог приехать, но он счастлив участвовать в этом треке и передавал вам большой привет. Умоляю выключить звук с проектора. Знаю, что нехорошо разговаривать со звукорежиссером уже во время, там все такое, но пробивается сигнал откуда-то, путает. Вы так и будете стоять здесь? Сжечь, одарив от души серебро.
Когда синти-поп умирает, а мы хлопаем, его тело переворачивается. Эти песни проходят в такой священной тишине и с паузами, вы понимаете? Thank you.
пусть похлопают только те, кого не били родители. Поэтому мир не меняется к лучшему. Гитар. Вот еще одна песня, в которой несколько человек, которых с нами, к сожалению, нет, но когда группе столько лет, как наша, люди неизбежно уходят. Слишком много вопросов рождает окружающий мир, словно кто-то конструктор принес схему сборки. Не подарил недостаточно знаний пока, чтобы видеть ответ, словно слепые мы слушаем о том, как прекрасен свет. Теперь по традиции про вас свои. Люди верят в богов, не верю в себя. Я же силюсь понять, есть ли в этой вселенной хоть что-то, что стоит так преданно ждать. Тот, кто умеет смотреть вперед, разберет, что к чему, есть призрачный шанс, что и я это тоже пойму. Мне так хочется знать доброго. Поставлена цель, о, да. Обозначен квадрат. Всегда в системе координат. Дождись. Выявлен приоритет. Проснись. Среди звезд и планет. Проложит навигатор маршрут. Он влюблен.
если приборы не соврут мне, не соврут, и для меня тебя отыщу, найду, и мы с тобой соединимся. Привет. Последствий мы не побоимся. Нет, нет. Поставлена цель, о да, обозначен квадрат. Я ищу тебя всегда в системе координат. Намечен план, дождись, выявлен приоритет. Я ищу тебя, проснись, среди звезд и планет. Расчеты получены, просчитаны вероятности, подробно карты изучены. Нет ничего невозможного, и ты продолжаешь движение. Поставлена цель, обозначен квадрат. Я ищу тебя всегда в системе координат. Намечен план, дождись, выявлен приоритет. Я ищу тебя, проснись, среди звезд и планет. Спасибо.
шутите, на самом деле нормально. Просто некоторые песни мы вообще никогда не пели даже друг другу. Скажу вам, что, может быть, вы узнали, это Айсылу Мерхафисхан, которая снималась в этом клипе еще летом мы снимали. Это было так красиво. Жаль, что она застыла и не может ничего сказать. Тут с Айсылу просто такая штука, если она сама не включится, то все. Всем привет! Меня зовут Айсылу, я познакомилась с Русланом летом, с их потрясающей группой, и это было большое счастье просто соприкоснуться к этой группе и узнать вообще, что есть такая музыка
в России. С тех пор жизнь твоя изменилась. Да, тем более сегодня. Наконец-то. Вот, и это крутая возможность. Спасибо вам, что вы были моими соучастниками, потому что я первый раз в жизни делала перформанс такого типа, когда... Простите, если я кого-то задевала и так далее, но вы для меня помогали создавать какую-то историю. И вы были частью этой истории. Спасибо Руслану, спасибо всем ребятам, которые это делают. Я вам скажу, самое классное, это если бы охрана была не предупреждена. Вот тут вообще... Да, спасибо охране, что за понимание. Вот. И на самом деле это очень здорово, что вы пришли сегодня и создаете такую невероятную атмосферу. Это очень чувствуется, и хочется здесь творить. Спасибо вам большое, вы очень крутые. Вот этот микрофон нам сейчас понадобится. Раз, два, три. Сейчас, как вы понимаете, первая часть — это вообще не совсем обычный концерт Digital Machine, потому что мы по все время несколькими составами выходим, все там что-то запутались. Но это мы потом утрясем, это наша программа, которую мы еще не обкатывали, а песни, которые вы знаете, тоже впереди. Но сейчас мы еще остаемся в рамках этого прекрасного творческого вечера-презентации. Каждый, кстати, получит альбом, кто пришел. Подробнее? Хорошо, расскажу. Пока сюда выходит Евгений Феклистов из группы «Конец фильма», я вам скажу, что мы записали альбом, сделали 100 копий на виниле. Но так вышло, что у нас этот винил по дорогущей цене уже купили. Все. Ну, мы не успели его разрекламировать. И более того, тот, кто купил его втридорога, сказал, что было бы неплохо, если бы это больше никто никогда не услышал, и было только у него. Мы подписали такую бумагу, действительно, но вы же знаете, мы Digital Machine, мы живем сразу в нескольких реальностях, и поэтому мы сейчас этот альбом немного видоизменим, аранжировки, и он будет на CD. А потом, наверное, еще и в цифре, и все эти альбомы, может быть, будут разными, а может, их вообще не будет. Вы же помните, что нельзя верить, и часто информация таковой не является. Но... Вот есть правда. Человек, с которым мы познакомились много лет назад, вообще случайно, когда группа Digital Machine выиграла конкурс ремиксов журнала Upgrade. Помнишь такое? Да, такой журнал был. И, по-моему, многое, что изменилось с тех времен. Закрылись какие-то московские клубы, какие-то журналы, издания закрылись. А вот группа «Конец фильма» существует еще, и Digital Machine тоже, слава богу, в строю, поэтому я думаю, что надо поприветствовать и поаплодировать сегодня, ребят, настоящий праздник, потому что, ну, хорошая программа. И 2005 год, да, был этот год, и первый раз сегодня будем исполнять эту песню в таком вот ремиксовом современном варианте. И мне приятно сказать, что за это время песня, вот как звучала в 2005 году, так сейчас совершенно нормально ее можно слушать, то есть нету какого-то ощущения неловкости или что что-то устарело. Мне кажется, абсолютно свежо все это звучит. Ну, попробуем сегодня. А вы нам потом скажете, так ли это. Что, может, в этот микрофон сразу петь? Давайте сразу и будем. Давайте сразу. «За волоклом» называется песня. Склон колдуни сон, укор рука, с не горечью.
членовен у колокол. Глумилая зима над дождем кита, таит тоска у кустрака, ума любовь. Ведь дивно, что не здесь любовь мокрой, вольверностью иллюзиям рыба любовь. И сторонов, и долготов, я была углов, раз выбор бит крылочек, замок ключом. Отчаянно веч надежды, но за небесом, за лес сторон, за волоклом, за волоклом. Сейчас наконец потанцуете, потому что... Правильно, Станислав? Что там? Да. Все прекрасно. Сейчас на этой сцене появятся еще наши друзья. Еще наши друзья, у которых тоже что-то есть. Сегодня здесь... Вот кто из вас сейчас выйдет? Arrival. Почему вы все вместе стоите? Дмитрий Постовалов и Олег Раски, группа Arrival. Вот кто сегодня приехал. Прежде чем они поздороваются и что-нибудь скажут, я быстро вам расскажу, как я познакомился с Олегом в 1999 году. Я пришел к нему домой и сказал: «Олег, я пишу песни, вот, послушай». И мы сидели, слушали две или три песни, и он сказал мне: «Нормально». Вот так. Но зато показал мне свою песню, которую еще никто не слышал, которая вот была в этом его компьютере Atari там, и я думал: «Боже мой, я сейчас выйду на улицу и скажу кому-нибудь, что я слышал». С Димой там еще веселее было, мы с ним познакомились в интернете, на сайте знакомств группы «Технология». И там как-то сначала друг друга не поняли, но позже выяснилось, что вот Дима выбрал для своего сборника нашу песню, тоже в том же 2005 году, и как-то все пошло, и даже поехало иногда. Поэтому большое спасибо группе Arrival не за то, что они там делали в российской музыке вообще, это столпы, а конкретно за участие в жизни группы Digital Machine. Поэтому они здесь, поэтому я счастлив, что они будут петь и хотя бы две песни, но это так круто. Спасибо. Здравствуйте, дорогие! Дополню Руслана. Да, были разные у нас прикольные моменты в жизни.
Вот. Потом, кажется, он это уже рассказал, я продюсировал сборник синти-поп-музыки «Set» Volume 1 и настоял на том, чтобы именно та композиция, которая называется «Храни», чтобы именно она была на этом сборнике. В итоге эта песня, насколько я понимаю, стала их визитной карточкой. Мы давно с ними дружим, давно общаемся. Они часто выступают на вечеринках, посвященных нашим днем рождения и так далее. Я рад, что у них выходит 5-й альбом. Давайте похлопаем ребятам. Да, мы категорически с этим поздравляем. Потому что мы уже такие, как сказать, монстры синти-поп, электронной музыки. И на нашем веку было очень много коллективов, которые начинали, зажигались, выпускали альбомы, потом куда-то растворялись, пропадали, занимались семейными делами. А вот продолжать все это, поддерживать, так сказать, чтобы огонек он не погас, это довольно-таки сложно. И спасибо ребятам еще за это. Итак, давайте немножко повеселимся. Поехали! Хотели начать с другой композиции, но начнем с этой. Веселимся. Можно мониторы, звук погромче, фонограмму? И вот этот монитор. Вообще не слышу фонограмму. Поднимаем руки вверх. Хлопаем вместе с нами. Приготовились отрываться. И готовы к полету. Полетели. Пространство и время,
потише совсем прям все. А, да, вот Руслан говорил, что не очень хорошо разговаривать со звукооператором во время концерта, просто мало было у нас времени на настройку. Если можно, не такой сухой голос сделать, немножко обработать все-таки. Это у тебя монитор такой идет. Можно я монитор в этот сонограмму? Я слышу, что в зале тоже идет суховат голос. Минуточку. Попробую промочить, чтобы был не такой сухой. А следующая песня посвящена всем мегаполисам мира. Называется «Город на песке». А можно еще сделать так, чтобы не постоянно свет был, чтобы немножко что-то моргало? Поехали!
дороги больше нет. Одна песня, если хотите, мы ее исполним. Тогда поехали. Это новая композиция, многие из вас ее не слышали. Она называется «Время». Без подсказки. Нам помогает Матвей из группы «Технология». Это его к себе неправильно представить, не наслаждение. Поехали. Можно все-таки в мониторах еще звук добавить, а то некомфортно на сцене. Oh,
Раз, два, три. Слышно, да? Вот пришли мы поздравить Руслана, чтобы у него все было хорошо с его новым альбомом. Он действительно хорош, приятная музыка. Я наслаждаюсь. Да, действительно меня слышно? Нет, что-то, мне кажется, не хватает там. Не очень надо. Вот говори пока в этот. Хотя тебе же надо проверить. Не, я же в этот петь буду. Так что давай, звукач. Фигач. Ну, а я пока, раз уж я рассказывал про Arrival, расскажу, как я познакомился с музыкантами группы «Технология». Не помню. Мне кажется, они всегда были в моей жизни, просто сначала на кассете, потом вот так. Ну, вы можете понять, что такое, если ты слушаешь какую-то музыку на кассете, а потом эти люди к тебе домой приезжают в гости? Вы понимаете, что я чувствую, когда такое происходит? Как я передаю привет себе там, туда, и говорю, ты все правильно делал. И вот сейчас группа «Технология» здесь на презентации нашего альбома. Ух, какая футболка там. Ух, какая футболка. Раритет. А тут вообще сегодня прям парад футболок. Вообще да. Огонь. А можно клавиши услышать? Да, это Матвей. Это Матвей. Привет, привет. Супер, спасибо. Так, Владимир, у вас ведь тоже состав меняется, правда? Видишь, два человека всего осталось, да? Растеряли по дороге. Ну вот, я вам хочу посоветовать, просто у нас тоже, например, одна ушла, пятеро пришло. Вот как, отлично. Намек такой. Разумно, разумно. Не, на самом деле мы сегодня не в полном составе. Некоторые люди отдыхают в творческом отпуске. Некоторые, наоборот. Да. Вот мы с Матвеем пришли поздравить как часть всего лишь группы «Технология». Ну и споем вам известные вполне вещи. Да. Одну ну, известную, а вполне многим короче, из вас одну известную. Одну старую совсем, а одну новую совсем. Давайте. Ну хорошо. Ну тогда поехали. Поехали. Микрофоны нужны? Я бы взял с них стоечку. Возьми, главное не сломайте нам вот эту. Ну давайте, давайте, это же технология. Выше руки у кого есть свободные. Под ритмы чётких шагов
твоя улыбка как лед. Ты спишь, не видя снов. Твой новый час оставит новый след. И новый день лишь только тень несуществующих побед. Все, что ты хочешь, получишь один. Все, что ты хочешь, ведь ты господин. И ты идешь уверенно, не помня тех, на чьих мечтах размеренно ты строил успех. Все, что ты хочешь, получишь один. Все, что ты хочешь, ведь ты господин. И ты идешь уверенно, не помня тех, на чьих мечтах размеренно ты строил успех. Рукой ошибки прежних надежд, скрывая сердце свое за блеском черных одежд. Ты смотришь на безмолвную толпу. Любой из них лишь твой должник, но ты не должен никому. Все, что ты хочешь, получишь один. Все, что ты хочешь, ведь ты господин. И ты идешь уверенно, не помня тех, на чьих мечтах размеренно ты строил успех. Все, что ты хочешь, получишь один. Все, что ты хочешь, ведь ты господин. И ты идешь уверенно, не помня тех, на чьих мечтах размеренно ты строил успех. Спасибо! Супер так держать. Ну и, как обещано, следующее. Кто там? Кто убежал? Матвей. От аппаратуры кто-то сбежал. Я даже знаю, кто. Но многие уже, конечно, знакомы с этой песней. Рябцев ушел, Величковский взялся за дело, написал эту песню. Ну, в своем. Гложет его, хоть не знает пути. Он как призрак плывет, идя на рассвет. Он теперь человек, которого нет. Он идет в темноте, обходя фонари.
страх не гложет его, хоть не знает пути, он как призрак плывет, идя на рассвет. Он теперь человек, которого нет. Ты идешь по пути, не боясь преград, за победы свои ты не просишь наград. И по жизни идешь один среди толпы, человек, у которого нет судьбы. Растворится в толпе, и никто из людей не скажет привет. В вашей памяти он стёрт уже много лет. Он всегда человек, которого нет. И когда дежавю чернет искрой во сне, не смогу я понять, что пригрезилось мне. На возникший вопрос не получишь ответ. Был ли здесь человек, которого нет? Идешь по пути, не боясь преград, за победы свои ты не прочь наград. И по жизни идешь один среди толпы, человек, у которого нет судьбы. Не боясь преград, за победы свои ты не просишь наград. И по жизни идешь один среди толпы, человек, у которого нет судьбы. Спасибо. Вообще так получилось, что мы очень много друг друга делали ремиксов. Это как бы такое занятие очень увлекательное. Но если вы помните, был такой Кайл Уотсон, менеджер некоторых коллективов зарубежных. Вот он говорил: ты счастлив, он счастлив, а деньги где? Вот это деньги вообще, по-моему, не про синтепоп, не про то, что вообще надо делать что-то в свое собственное удовольствие, тогда получится хорошо. И сегодняшнее, кстати, представление, здесь яркий пример, это очень было странно, но это было очень круто. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо, спасибо. Руслан от души. Закройте, пожалуйста, я вынул проводочки, чтобы не было, как тогда. Закройте канал человеку. Перекройте. Закрыли, да? Внимаю, смотрите. Спасибо. Я даже не знаю, где сидит звукорежиссер сейчас, но, Игорь, хочу тебе сказать, что вот на этом треке, который сейчас будет инструментальный, мы быстро проверим всех себя и поехали. Надеюсь, ты меня слышал. Раз, два.
смотри. Вон на тех клавишах не работает микрофон. Все, кроме света, нам нужно. Thank you.
все передам тебе. Интерференция не помешает мне. Моя передача проста, предельно ясны слова. Hey!
шеи обесточены. Мы на обочине судьбы, и наши окна в этот мир крепко заколочены. Мы выключаем телевизор, в этом есть какой-то вызов. Пусть зомбирует молчание. Информации поток иссяк, и мир у наших ног в режиме ожидания. Себя. Взрывая мир вокруг себя.
хочется выть. Смотрю с надеждой в их пустые глаза, но в них нет того, ради чего стоит жить. Встань рядом, если ты со мной. Встань рядом, если ты со мной. Сомкнем ряды плечом к плечу. Сомкнем ряды плечом к плечу. Взрывая мир вокруг себя. Взрывая мир вокруг себя. Разрушим ад по кирпичу. Разрушим прощаться на этой песне, как собирались. Ну вот. И прекрасно. Пора. Я хочу.
твоих слов я хотел найти страну твоих снов, но я не смог, не дошел, устал, не нашел ключа, может, плохо искал. Что-то будет. Потеряешь контроль, я не дарю любовь.
там Олег делает, так, да? Смотреть в твои глаза, видеть в них все то, что ты хочешь сказать. И я пою эту песню, я так надеюсь, что ты услышишь меня. Мы должны быть вместе, решайся. Тебя в переходах метро, жребий брошен опять, монета упадет на ребро. И я пою эту песню, я так надеюсь, что ты услышишь меня. Мы должны быть вместе, решайся. Стали солидными, трудно поднимать руки, но попробуйте, попробуйте. Я больше не вижу сны, я должен все рассказать. Мой дом — это там, где ты, ты сможешь меня понять. Пою эту песню, я так надеюсь, что ты услышишь меня. Мы должны быть вместе, решайся. Я знаю, это ваше любимое место в этой песне. Представлю вам еще одну участницу группы, это Стефани. Прошу любить и жаловать. Пока еще плохо говорит по-русски, но Россию очень любит. Выучила слова песен. Просто нам только привезли ее, и мы еще не настроили до конца. Was scared by
Запомните название модели Стефани Легран 01. Thank you.
таков закон. Мне больше не петь для нее, а тебе не звучать. Посмотри, сколько несыгранных нот. Не время еще нам с тобой умирать. Не надрывайся, старый аккордеон. Ты больше не нужен ей, она не услышит тебя. Теперь у нее есть магнитофон. Старые песни, я думаю, следующее точно пойдет хорошо. А вы понравились? В конце, я же говорил, каждый получит альбом, так что не уходите. Что это за песня? Только очень старые люди знают, что это за песня. Те, кто жил в прошлом веке или в позапрошлом, вот, носил такие костюмы, как я. Вместе. О, да!
почаще репетировать. Закончим на этом. Закончим на этом грустить, я хотел
теперь действительно последняя песня на сегодня. Люди в футболках Digital Machine. Когда-нибудь я прозвучу по радио. Идите ко мне. Из ошибки каких-то диджеев. Слушай меня очень внимательно. Все на черную пленку и храни среди старых кассет песню, которой нет. Покажу вам, все-таки мы уходим сейчас, но я хотел бы вам представить тех, кто был сегодня на сцене. Это не весь состав группы, это не весь... Ну, нас сейчас 20 человек, поэтому некоторые вообще работают с нами с того света по интерфейсу особенному. Это нормально, вы тоже узнаете об этих технологиях позже. Но давайте вот расскажу. Вот это Богдана. Это Маргарита, Стефани, Станислав и Андрей. Он только 3 недели, наверное, в Digital Machine по-настоящему, да? По документам. Но 11 лет он готовился к этому моменту, и когда он пришел, оказалось, что он все знает.
Молодец, спасибо. И я хотел бы сказать вам, что альбом вы должны получить. Каждый получит. Кто смотрел фильм «Джонни Мнемоник»? Дело в том, что так как с винилом у нас та штука произошла и ушло все к коллекционерам, мы сейчас сделаем новую редакцию, через, может, месяц будет. Но то, что вы слышали сейчас, это должно быть записано в ваши флешки, и больше этого ни у кого не будет, потому что даже те самые песни, которые вы слышали на альбоме, могут быть совершенно в другой версии, с другими голосами, даже с другими словами. Поэтому я и говорю, что вы избранные, и спасибо вам за это. Спасибо. Сейчас быстренько, сейчас мы придем в себя и сфотографируемся. Хочу всех, кто в футболке Digital Machine, увидеть вот так, поближе. Ладно? Не убегайте.